Вот в таком состоянии сегодня Ейский лиман. Правда, пасмурно, но тепло. 10-15 градусов. Вода относительно чистая. Но уже не такая ледяная, когда мороз стоит, когда лед холодный еще, понятно. Пасмурно сегодня, 11 февраля. Здесь вот мне берег нравится здесь. У кого надувная лодка здесь есть, хорошо сюда. Ну, даже вот там можно подъехать к берегу. Да и здесь где-нибудь можно подъехать. Машину рядышком поставил. До воды здесь 5 метров. Здесь нету таких острых камней. Одна мелкая галька. Что-то я стал задумываться о приобретении лодки. Но даже для нашего лимана весельная лодка, так это отойти там 200-300 метров, не пойдет на какую-нибудь моторную лодку. Ну, посмотрел цены, блин. Взять даже лодку там 3-3.30 в таком диапазоне. Нет, она больше не нужна там на 2 человека, 3 на рыбалку или так покататься, сгонять на Ейскую косу. На рыбалке посидеть или просто покататься. Лодки стоят там довольно-таки прилично. А можно вот здесь проехать. Здесь встал, никому мешать не будешь. Моторы тоже там. Цены, дай Боже. Про такие я вообще не говорю, лодки. Это... И про такие моторы сюда для лимана. Для небольшой лодки в районе 3 там с небольшим хватит. Где-то, ну, чтоб нормально ездить. Даже туда он скататься, к тому берегу. Глафировка здесь, в принципе, вон она, рукой подать. Места здесь есть интересные. У нас Ейская коса. 9,8. Это, по-моему, золотая середина будет. Мешок здесь, ой, с веревками плавает в перемешку. Вытащится он, нет? Вытащится он. Рыбаки, видать, здесь сидели. Понаобрывали. Снасти на пеленгаса. Сейчас покажу, здесь какой. Так, кто-то на хорошего пеленгаса здесь сидел. Вот такой крючок. И даже не один. Вон там еще. Не вытащишь это. Целый поводок запутался. Грузика не видно.
карабинчики здесь можно взять. Вон. Карабины из нержавейки. Крючки посгнивали. Вот такой трофей. Карабины заберу. На прошлой неделе, когда ходил, вот там берег был вплотную водой подтопленный. Сейчас смотрю, вода отступила, сейчас дойду. И он там также лебедь один. Вот это впереди чайки, за ними лебедь один плавает. Сейчас прогуляемся туда, посмотрим. О, видите, как вода ушла метра на два, если не три даже. А он лебедь плавает. Что-то зима была теплой. Лебеди, не знаю, это, наверное, молодой, он такой серый еще. Прижились здесь на лимане. Он какой красавец. Сейчас с другой камеры, чтобы поближе его вам показать. Покажу. Да, вода ушла. Вон, видите, берег сухой. Здесь уже можно идти. Что не говори, он какой красавец. Вблизи я вам его показал. Он вот так вдоль берега и плывет. Сколько он метров? 15 от берега идет. К берегу, наверное, подходит здесь. Все равно какие-то водоросли, трава встречается. Не знаю, что он там еще ест. Такая красивая картина. О, идет прям на меня. Разгул. О, один зад торчит. Такой. Массивная такая птица. Интересная. Плывет так. Не боится же людей. Сколько он здесь? 10 метров рядышком. Плавает. Опять занырнул, как поплавок, один зад торчит. О, траву, да, вот это зеленая трава какая-то, он ее ест. Здесь вот тоже место такое, что можно подъехать вот сюда. А, здесь дальше не проедешь. А даже сюда он подъехал. Единственное, вот здесь участок, там камни какие-то, штыри торчат. А здесь-то чисто. Для лодки спуск самое то. Мелкая галька. Здесь ни камня, ничего нету. Так, редкие камни. Здесь только вон. Да, отсюда даже видно, там темное место. Камни под водой, да. Штыри какие-то железные торчат там.
Так, все, буду я двигать в обратном направлении. Че вам этот катер показать еще? Как он называется? PS5. Ну, смотрю, пока он здесь стоял. Днище, видать, ему покрасили, свежая краска. Чистая, да, покрасили днище. Тоже, видать, старенький, уже весь перекореженный. Ну, это бандура вообще. Не он только этот, как киль, или этот руль, как он называется. Здоровенный такой. Ростов-на-Дону. Пес-барбос гуляет. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты что, живешь здесь? Живешь здесь? Ты такой маленький, пушистый. Невысокий, а длинный такой, да? А? Гуляешь? Думал, где твое ухо? Че, гуляешь, малыш? А? Ты живешь здесь, да? Живешь здесь? А? Живешь здесь? А? Пушистый такой. Так, ладно, иду дальше. Ну, уже как-то гуляли мы, помните, когда здесь... Кто видел это, если после этого шторма, что ли, или... А, не, когда лед был, когда обледенело все, показывал я это дерево еще. Вон, смотрите, уже верба распустилась. Тепло. Ну, но единственное, здесь он сломалась. Ну, еще отрастет, наверное. Но эта ветка точно уже... отвалилась, лежит на земле. Вон верба. Постоял, с мужичком поговорил, вот этот памятник Ленина. Думаю, что он знакомый такой. Ну, он говорит, это один в один, как возле станкостроительного завода, как в парк заходить или выходить в сторону центра стоит. А этот стоял возле рыбзавода. Ну, это там, в порту, когда рыбзавод был, тоже стоял там. Говорит, потом он его сюда забрал. Хорошо, тепло, гуляю без шапки. Час уже проходил здесь, и не холодно. Тоже так хорошо, кто живет на берегу. Ну, с одной стороны, хорошо, когда подтапливает, то и нехорошо. То есть везде свои плюсы и минусы. Да, летом, конечно, здесь намного красивее, уютнее, интереснее, теплее, веселее. Дорогу, что ли, сделали, а то кто-то
кто там живет, туда и не проедешь к дому на машине. Только здесь можно проехать. Где-то в группах читал, вроде было какое-то совещание, кто заведует вот этой Нерестовой хранилищем, где шлюзы. Вроде говорят, там воды много, ждут заход тарани, чтобы она там отыкрилась. Ну, посмотрим, как все это произойдет. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Песен. Хотя туда здесь-то. Здесь не проедешь сюда. Ладно, все, двигаю в сторону дома. Еще вам покажу лиман. Небо так затянуто все. Прояснений не видно. Хотя вроде там и смотрел. Что-то мороз проскакивает там до минус 3-4 по ночам. Ну, посмотрим. Все, я уже дома, а вот и моя собачка. Собачкой пахнет. А вот и моя собачка. Чикуня-срачка. Такая у нас получилась прогулка к Ейскому лиману. Что показать еще огород. Чак здесь летал. Запутался, все колья переломал. А чё шумишь? Еще немного и все же. Ну тихо! Чё шумишь, говорю? Нету котов здесь никаких. Один там он лазит, хотя он второй, третий. Скоро все двинется в рост, будет повеселее, поинтересней. Все, всем пока. Про лайки и комментарии не забывайте, кто хочет. Ты заходи, если что.